Глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что в стране сохраняется террористическая угроза. Об этом пишет Интерфакс. В свою очередь, Центр общественных связей ФСБ попросил граждан сообщать в правоохранительные органы о призывах к терактам. Спецслужбы отмечают, что после атаки террористов на Крокус-Сити активизировались провокаторы, которые склоняют к преступлениям. Злоумышленники рассылают сообщения с такими призывами или звонят с подменных номеров. Об этом пишет парламентская газета. В ФСБ призвали взрослых отдельно проговорить с несовершеннолетними эту тему, чтобы дети не вступали в разговоры и переписку с провокаторами.